Че это, ребят, айфон, что ли? В натуре. Ребят, представляете, это айфон. Я в шоке. В чехле, ребят, смотрите. Он просто был запечатанный. Да ладно. Друзья, всем привет. На дворе февраль. Плохое настроение, февральские метели. На севере плохая погода, ребят. За окном вот такая пурга. Просто невыносимая. Заметает все на своем пути, просто на улицу просто не выйти. Утром бываешь, встаешь и просто не можешь открыть дверь, так как ее замело просто напасть. И хочу, ребят, этим видео внести немного лондонского настроения, великобританской погоды, ребят. Сегодня у нас, ребят, посылочка от подписчика, так скажем, ну я подписчиков не называю, это просто мои друзья, братья по крови, братья по рыбалке и так далее, ребят. Посылка сегодня прям с самой Великобритании. Я немного в шоке, ребят. Давайте вместе со мной распакуем и посмотрим. Ссылка пришла, ребят, в мою деревню вот в таком чемодане. Так он запечатан, но немного покорябкался, ребят. Вот таким образом он выглядит. Посылка весит, ребят, 15,700 грамм. 15,5 килограмм, ребят. Очень тяжелая посылочка. Так что сейчас будем распаковывать, смотреть. Я немного так в предвкушении, потому что, ребят, прочитал описание посылки и немного был в трансе, прям в шоке. Это просто жесть, ребят. Давайте смотреть. На почту она, ребят, пришла в таком мешке. Он был прям клеймо стояло, короче. Клеймо сняли и мешок сказали, не отдадим. Ну вот посылку я забрал, ребят. Тут есть некоторые данные, то, что я вот почитал. Всякие такие реквизиты, штрих-коды. Вот такой баночек, ребят, это описание посылочки, я вам не буду показывать. Я просто когда почитал, я немного был вообще в шоке, реально в шоке, ребят. Тут все на английском языке. Единственное, что покажу, ребят, вот получается само описание. Зовут человека Приходько Михаил, United Kingdom, это по-английски с перевод как Великобритания, город Лондон. Ну и здесь мое имя, моя деревня, моя страна Россия. Вот такой баночек. Тут были еще какие-то банки. Почта забрала. Что-то они там все это смотрели. Я не знаю. Вот так приличненько упаковал. Замотал. Здесь еще, ребят, документ. Еще какие-то штрих-коды. Ну и получается, это все вот мой номер, мой индекс, улица, мое село, район и так далее. Еще вот такой документ. Вот такой чемоданчик, ребят, пришел. Здесь еще у нас, пожалуй, получаются документы. Ну, я так понял, что много границ перешло, так как очень далеко королевство, так получается, английское. Здесь еще у нас, ребят, такой документ, еще какой-то штрих-код. Здесь то же самое, что вот такая бумага. Угу. Вот в таком, ребят, кейсе. Кейс уже импортный, ребята. Меридиан. Вот в таком кейсике подъехала посылочка от Михаила. От Мишаньки Приходько. Давайте, ребята, ее откроем и посмотрим. Вуаля. Так, ну это просто картоночка. Она нам тоже не понадобится. Вот это да. Вот это, ребят, товарчику. Охренеть. Мы будем потихонечку смотреть. Так, ну это поводочки, я так понял. Это поводочки. Струна. Угу. Все не на нашем языке, не на русском. Сейчас немного посмотрим,
распечатаю. Да, ребят, это струна. Я не знаю, ну, в дальнейшем буду смотреть. Тросик, небольшой тросик, идет как поводок. И еще вот там получаются вот такие металлические штучки. Вот такая штука, ребят. Так, это сюда. Идем дальше. Да ладно, ребят. Вы понимаете, о чем это, ребят? О чем это речь? Да ну нафиг. Так, давайте, ребят, это пока в сторону. Так, ребят, смотрите, какая-то лесочка. 100 метров. Все запечатано, все новенькое. Фишинг, не знаю, там диаметр надо будет смотреть. Но это все в дальнейшем буду разбираться, смотреть. Лесочка запакована. Не хочу распаковывать, чтобы все потом не валялось. Лесочка, ну, по-любому хорошая леска, ребят. Идем дальше. Так, ребят, тут целая пачка крючков у нас разных всяких. Таких крючков, ребят, смотрите, уже с поводками. Вот таких крючков. Целая пачка, ребят, просто крючков. Охренеть, вот таких. Смотрите, ребят, вот такие крючки. Как раз сейчас собираюсь вязать перемет. И будет здоровские крючки. Просто бомбовские крючки, ребят. Даже названия такие не знаю. Просто разные, ребят. Такие. Охренеть, целая пачка крючков. Вот такие, ребят, крючочки, смотрите. Целая пачуха крючков. Мишаня, благодар вообще. На налима. Первый хвост на твой крючок. Это твой будет налим. Так, пакетик. Я даже, ребят, не знаю, с чего начинать. Катушка, ребят. Смотрите. Вот такая катуха. 6000-ная. Охренеть, полная намотка лески. Но это мощная катуха. Видно, что было в деле уже. Но это ничего страшного. Это даже лучше, потому что прошла уже обкаточку, так скажем. 6000-ная фидерная катуха. Здоровая. Шикарно. Положим ее на стол. Еще, ребят, катуха. Уже с этим стоит, получается. Я даже забыл, как называется эта штуковина. Отличная катуха. Да. Отличная катуха. Не вижу, сколько тысяч, ребят, здесь. Но факт в том, что она здоровая. Тоже уже шпуля. На шпуле стоит леска. Тоже здоровая фидерная катуха, ребят. Охренеть. Вторая катушечка идет в ту сторону, ребят. Третья катушка, ребят. Чуть поменьше. Сработает, тоже оснащена леской. Охренеть. Третья катушка. Четвертая катушка, ребят. Тоже снейт шнур уже. Похоже на вот эту катушку. Или они почти одинаковые, да. Стоит. Я уже забыл, вот это как штука называется, блин. Вы мне простите, конечно. Сразу с языка сейчас не срублю, потому что делаю запись в онлайне, так что не буду сейчас там корябкать тут мозги свои там и выдумывать что-то. Стоит уже оснащена катуха. Ребят, ну это на фидер просто будет милое дело. Четвертая катушка. Пятая катушечка, ребята. Охренеть. Вот это, Мишаня, ты меня просто дал, блин. Тоже стоит уже лесочка. Вот такая катушечка средненькая. Мы сюда ее в сторонку. Шестая катушка, ребят, смотрите. Это уже такая более мощная. Тоже шпуля уже. В шпуле стоит леска.
Я просто представляю, что, ребят, это уже импортное все, понимаете? Это куплено уже даже не в России, а за рубежом. У таких, ни у кого просто такого нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть катушек. Седьмая, ребят, катушка. Смотрите, какая дура. Офигеть. Седьмая катуха здоровенная. Блин, не могу понять, не вижу, сколько тысяч. 5000, ребят. А, значит, это тоже 5000. Та 6000 это пятерка. Фидерная мощная катушка. Блин, ну такие катушки, конечно, будут на донке на моей, которые я вот, помните, ребят, говорил, ты, Андрюха, все ходишь этими тычками, палочками рыбачишь. Когда уже сделаешь нормальные катушки? Вот, ребят, дешевый спиннинг, крокодил, и вот такая катушка, потому что будет наматываться толстая леска, это 0,5-0,6. И, пожалуйста, седьмая катушка. Седьмая, ребят. Восьмая катушка. Охренеть. Восьмая катуха, ребят, тоже не совсем маленькая, но мощная. Да, ну ты, Мишаня, дал. Тоже уже стоит шнур, ребят, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Звонок, ребят, прошу прощения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь катушек. Девятая катушка, ребят. Охренеть. Тоже шпуля намотана леска. Ну, везде у него уже были намотки. Будем все смотреть. Девятая. Ребят, десятая. Десятая катушка. Я уже не буду там смотреть и разбираться, сколько там тысяч. Это уже не важно, походу. Что, ребят, десятая. Вообще еще новая, видно, что не коцанная даже. Десятая катушка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцатая катушка. Мать моя женщина. Ну, по катушкам, походу, все. Много запчастей от катушек. Вот такая, допустим, ряд леска. Набор лески. 55 метров. Лесочку сюда. Вот еще такой наборчик, ребят, лесочки, смотрите, 40 метров. Толстая леска, да, вот для налима на поводки, ребят, классная вещь. Вот такая лесочка, ребят, смотрите. И уже там не как у нас там, понимаете, там, а тут уже, ну, европейская квалификация, все по-другому получается. Вот у них такие бухточки продают. Так, вот еще, ребят, бухточка с леской. И еще совсем новая, даже не распакованная. 0,28 мм. Ну, совсем новая, ребят, лесочка. Даже немного сломалась, видишь, пуля. 0,28. Вот это самое, что у меня есть, поводочная леска. Просто охренеть там, ребят. 1160 метров, что ли. Мне-то на всю жизнь не хватит. Так, шпуля от катушки какой-то. Будем разбираться дальше. Сейчас документы уберу. Так, ребят, готовые поводочки, смотрите. Готовые поводочки. Вот так отцепляется. Хоп. Походу, мононить. С поводочками, ребят, мы разберемся. Это положим к поводкам вот сюда. Так, это у нас или маркинг грузило, или какой-то отцеп. Надо будет разбираться, смотреть, что такое. Пока вот сюда положим. Так, еще такая же штука. Я, правда, не знаю, скорее всего, отцеп. Скорее всего, отцепа какие-то. Их тут много разных таких огрузок. Или 170 грамм, вот, допустим, 130 грамм.
или какой-то цеп, или что-то такое. Я даже не знаю, ребят, что такое. Может, кто знает, пишите. Будем разбираться вместе. Вот такие штуки. Так, ну что, ребят, это у нас получается монокль. Вот это классная штука на рыбалку с жерлицами. Вот здесь у нас регулировочка идет. Ближе, меньше. Классная штука. Блин, Мишка, спасибо огромное. С компасом. Регулировочка и монокль положили за пазуху. Дальняя жерлица мы не видим. Мы смотрим флажок. Блин, бомба. Здорово. Так, это у нас пауэрбанк. Угу. Это у нас баночка, ребятки. Вот такая баночка. С фонариком. Все, он заряжено, видно. Все рабочее. Классно. Так, это что у нас? Какой-то фонарь, ребят, смотрите. Такой интересный фонарик. Зарядочка. Это, походу... А, еще USB. Блин, интересные такие штуки. Ну, факт в том, что карманные очень удобные. Вот от USB можно. Тоже, походу, пауэрбанк какой-то интересный. Не знаю, дальше буду смотреть, разбираться. Тоже сюда в стороночку. Вот такая штука, ребят. Тоже какая-то батарея. Угу. Походу, тоже пауэрбанк. Да, какой-то пауэрбанк. Будем смотреть, разбираться. Такой маленький. Да, это тоже пауэрбанк. Охренеть. Все работает. Да, пауэрбанк. На 6980, на 7000. Ништяк. Мишка, вообще, просто я в шоке, Мишаня. Так, ну это, ребят, 200 грамм. Такая торпеда. Грузило. Интересно, грузило, но это для чего-то. Это по-любому для чего-то. Я просто таких снастей даже не видел. Если честно. Серьезно говорю. Вот такой колокол. Здоровый колокол. Так, тут, ребят, какие-то зарядочки. Смотрите, интересные. Тоже что-то к чему-то. Сейчас просто сходу не пойму. Сразу не определюсь. Но это для чего-то будут нам нужны. Так, мы к пауэрбанкам положим их. Тут что-то, ребят, с бантиком даже. Это пока в стороночку положим. Еще колокольчик. Это что у нас? Это крючочки, ребят. Еще одни крючочки. Вот такого диаметра. В коробочке. Классно. Ценник 3,99 евро. Так, это мы крючочком положим. Так, ребят, ну это треножка для телефона. Вот такая вещь. Когда-то снимал на телефон, ребят, и у меня такая штука была. Вот так она ставится. Хопа. И можно снимать на телефон и так далее. Но штуковина классная. Тем более она такая маленькая. Пригодится. Пригодится. Так, пауэрбанком положим. Так, еще, ребят, еще ноги. Вот так, соответственно, они, походу, откручиваются, да, вот так. И можно зацепить вот. Угу, разобрались. Еще одно вот это интересное грузило. Блин, не могу понять, для чего вот эта штука. Ну, Мишка положил раз, два, три, четыре, пять, шестую штуку. Так, это у нас от катушек рукоятки. Шпуля. И туда же мы положим. Еще одно вот такое интересное грузило. Ага, смотрите, ребят. Вот это вот, вот этот разъемник. И шнур. Шнур получается. Вот зарядочка такая. Только я не могу понять, куда вот эта штука подсоединяется. Интересно. Но будем разбираться. Так, ну это грузило, маркерное грузило, скорее всего. Это что у нас такое? Тоже что ли пауэрбанк? Еще один пауэрбанк, да? Еще один пауэрбанк.
Офигеть. У меня был один, я сейчас купил себе на 30 тысяч, и сейчас у меня еще раз, два, три, четыре, пять. Еще плюс пять. Я в шоке просто, Мишка, ну ты, вот это ты дал. Так, ребят, очередная коробочка, что-то интересное. Давайте вместе посмотрим. Так, ну вот это походу, ребят, смотрите, это у них вот такие заряд розетки получается, что ли, этот. В Англии, вот, в Лондоне, вот такие розеточки, у нас совсем другие вилки получаются. Ну да, если это зарядник, вот получается, заряжать что-то, тот же Powerbank, то у нас розетки, вилки совсем другие. Так, идут две батареи к этому комплекту. И это у нас, ребят, налобный фонарь. Отличный фонарь. Да, вот сюда вот эти идут батарейки. Задняя вот эта база для батареек. Регулировочка. И кнопка включения. Ну, надо поставить батареечки. И вот, ну у меня зарядник такой есть с простой вилочкой, потому что они стандартные, они подходят. Зарядочки вот здесь. Да, то бишь зарядка у меня должна подойти спокойно. Это у них вилки такие, оказывается. Вот это, ребят, и далее, век живи, век учись. Просто даже не знал. Сейчас специально схожу и посмотрю. Вот у нас, Мишка, смотри, вот у нас вилка какая. У вас вот такая вилочка. Вот такая же получается зарядочка. Да, все то же самое. Такая же кнопка, ребят, смотрите. Вот у меня сверху, здесь у Мишки снизу. Да, и все спокойно подходит. Так что, Миша, не переживай, фонарик твой будет заряжаться и в нашем районе, в нашем селе. Вот такой фонарик налобный, ребят, в коробочке еще. Блин, Мишаня, благодар. От души. Так, ну это надо потом прибираться. Фух, ребят, я немножко устал даже. Так, идем дальше. Что такое? Smoking Kills. Запечатано. Да ладно. Все думаю о том, то что вы все думаете, ребят. Точняк. Да ладно. Да ну. Вот это, братва, вещь. Вы поняли или нет? Я буду первый фраер на селе. Ребятки, это просто сигарилы или сигары. Ну, на сигары они похожи, скорее всего, сигарилы. Импортные сигареты. Прикиньте, ребят, на избе мы поедем с вами, я просто задымлю вот эту и буду Мишку вспоминать. Блин, вот эта штука. Охренеть. Блин, вот это, ребят, тема. Курение вредит вашему здоровью, ребят. Ну, такие вещи, блин. Это же понимаете, что это я никогда в жизни бы их не попробовал. Вообще никогда. И не порыбачил бы на эти снасти. Ну, скажем, ладно, катушка, как бы, леска. А это уже, ребят, реалитет. Я буду, я не знаю, блин, на какой-то праздник просто употреблять такую сигарилу. Блин, вообще, это капец, ребят. Ребят, вот такая сумочка. Идем дальше. Опачки. Ребят, это бинокль. Да ладно, Мишка. Ребят, это бинокль, вы поняли? Причем бинокль, ребят, вообще бомба, братва. Это просто бомба. Охренеть. Мишаня. Блин, достойный бинокль, ребята, вообще. Есть монокль, теперь есть бинокль. Блин, просто охренеть. Да, вот это, конечно, Мишка у меня подгон сделал. Просто я вообще в шоке. Вот такая сумочка. Теперь еще есть и бинокль. Есть монокль, а теперь и бинокль. Так, ребят, вот такая коробочка. Давайте взглянем, что-то там интересно.
Это жесть, ребята. Это что такое? Ребята, телефон. Понимаете, что такое, ребята? Телефон. Надпись с пожеланиями. Фотоаппарат. Фотоаппарат, ребят. Я в шоке, блин. Коробка, ребят, с вкусняшками. Здесь лежит фотоаппарат самсунговский и соновский телефон, ребят. Очень тоненький. Кнопка включения, походу. Угу. Это, ребят, прикиньте. Я в шоке. Это, блин, что за ты, Мишаня, делаешь с нами, а? Да, ребят, реально, соневский телефон, соневский телефон. Никак не реклама, но просто реально, смотрите, рабочий телефон. Причем охрененный. Вот такая карточка, ребят, смотрите, с пейзажем. Привет, Андрей, собрал, что мог. Может, тебе придется, придется, я не олигарх, простой рабочий, что могу. Надеюсь, это поможет тебе в твоем деле. Всегда смотрю твои фильмы, настоящие трудовые походы, нематрасные. Спасибо тебе, тебе, Илюхе, Жеке, кровному браку, брату, Александру, всем твоим друзьям. По скриптум твой. Катушки давно не работали, надо проверять. Ребят, смотрите, давайте перечитаю, потому что, ну, почерк непонятно. Привет, Андрей, собрал то, что мог. Может, тебе... Может, тебе пригодится. Я не олигарх, простой рабочий, что мог. Надеюсь, это поможет тебе в твоем деле. Всегда смотрю твои фильмы. Настоящие трудовые. Спасибо тебе, Илюхе, Жеке, кровному брату, Александру, всем твоим друзьям. Катушки давно не работали, надо проверять. 12 катушек, ребят. Спасибо, блин. Я в шоке, ребят. Телефон, блин. Да, все, ребята, русский язык, погнали, выполнено. Охренеть. Я не знаю, братан, какой ты рабочий, но я видно, что это как бы все ходило, все работало. Но, блин, ты просто... Я не знаю, я в шоке маленько. Вот такие конфеты, ребят, вкусняшки. Блин, я в шоке. Отключить питание. Фотоаппарат. Теперь будем делать классные кадры. Тут надо настраивать. Пошла видеозапись. Да. Так, ребят, ну... Айфон, ребят, айфон я сразу убрал. Я говорю, что такое это, ребят, походу айфон. Вернемся к этой коробочке. Так, надо как-то скрыть это все дело. Это, ребят, айфон, что ли? В натуре. Ребят, представляете, это айфон. Я в шоке. В чехле, ребят, смотрите. Он просто был запечатанный. Да ладно. Я вам, ребят, сразу не показал. Здесь, как бы, есть такая графа, как бы... То, что лежит, и здесь написано iPhone 4. Я не знаю, по нашим деньгам стоимость такого айфона составляет, наверное, 1025-30 рублей. Где-то вот так. Точно, ребят, это просто второй телефон. Это iPhone, ребят. Смотрите, вот в таком чехле. Да. Ну, Мишаня, ты даешь. Это жесть, ребят.
Ну тут смотрите, ребят, тут специально что-то для камеры сделано. Походу классные снимки получаются с такого телефона. Я в шоке. Да, нет сим-карты. Все, ребят, просто iPhone. Я в шоке, ребята. Да ладно, блин. Да, вот здесь получается фотографии. Жесть. Это подарки, конечно. Блин. Хрен, это я еще коробку разорвал, блин. Ну ладно. Два телефона, ребят, просто два телефона. Так ладно, два телефона. Это же, ребят, iPhone. Вы понимаете, что такое? Это iPhone. Да. Я в шоке. Так, ну напоследок, ребят, это вот такой рюкзачина. Смотрите, ребят. Ну, тут видно, что фирма туристический рюкзачина. Может немного грязненький, но ничего страшного. Постирается и будет работать в деле. Потому что рюкзаки всегда нужны, они летят, страшно. Вот он, мой уже немного подразвалился. Это мы постираем. Также он будет ходить. Достойный рюкзачина. Ортопедическая спина. Всякие регулировочки. Так-сяк. Вот такой рюкзак, ребята. Ну, какой-то туристический. И вот такая коробочка. Не знаю, ребята, она почему-то... Опа. Может стать эмблемой твоего канала. Смотрите, ребят. Это что такое? Ух ты, ребят, вы поняли, что это? Это петличка. Ни хрена себе. Ребят, смотрите. Вот это вещица. Вы поняли, братва? Охренеть. Такие вещи, конечно, это, блин, для меня очень ценные вещи. Блин. Да, Мишка, ну ты даешь. Вот это, ребят, подарок. Я в шоке просто. Блин, охренеть. Это куда, блин? Это что такое? Да. Классно. Мишка, блин, это вообще... Ну это же, ребят, смотрите, какая вещь. Это ее одену. На... Купил сейчас недавно новый камуфляж. И буду одевать ее и буду ездить на рыбалку. Это потому что, блин, человек от души реально сделал. Блин. Охренеть. Да, Мишанька, ну ты даешь, брат. Спасибо огромное. Спасибо тебе огромное. Просто заморочился. Охренеть. Ребят, немного перекура и начнем дальше. Не знаю, мне вся комната стала занята. Завершение, ребят. Завершение. Нет слов просто. Вообще нет слов. Охренеть. Большой привет, ребят, Приходько Михаилу, конечно, от Андрюхи, от Дрюни, с этого маленького села, с этого поселка, с отдаленного там, с отдаленной тайги, в большую страну, ну, в красивую, я так скажу, потому что Англия, это вообще, ребят, это королевство, это на самом деле королевство, и только видел я по телевизору. Мишка, не знаю, если там как-то я неправильно все называю, ты мне подытожь, и ребята там тоже не... Давайте мне там не злитесь и не грубите там, ребят. Ну, если честно, тяжело снимать сразу в онлайн и показывать, потому что, ну, много я не понимаю что-то там, допустим, тем более импортные вещи. Огромное, Мишаня, спасибо, просто от души, я не знаю, я в шоке, ребят. Ну, конечно, блин, столько вещей, это очень серьезно. Я понимаю, человек сделал от души, и я просто смотрю на сумму, которую заплачено за переправку этого товара, просто бешеные бабки. Мишка, спасибо огромное. Я не знаю, Мишаня, дай бог занесет тебе, не знаю, жизнь в какие-то наши края. Дай знать, я тебя встречу. В любом случае мы с тобой съездим, порыбачим, отдохнем. Я не знаю, Мишка. Спасибо огромное. Ребят, ну, сами все видели. Просто нет слов. Ребята. Спасибо огромное, кто смотрит, кто поддерживает, ребята. Огромное спасибо.
Реально очень приятно и аж до слез, ребят. Ребята, все, буду прощаться на этой ноте. Я просто не знаю, что сказать, ребята. Всем пока. На связи.